Привет, ребята! Добро пожаловать на канал Лепка из пластилина. И сегодня мы будем лепить лансера из игры Deltarune. Эту фигурку старался сделать максимально похожей. Так что оцените, пожалуйста, напишите в комментариях, получилось у меня или нет. Вы пока начинайте смотреть, как я леплю, а я пока расскажу вам про лансера. Лансер – один из главных персонажей первой главы Deltarune. Он представляется плохим парнем, однако не является таковым на самом деле. Он пытается остановить героев на пути к темному фонтану. После нескольких сражений он может присоединиться к команде Крис, но при этом он будет перемещаться на некотором расстоянии от нас, боясь, что герои убьют его отца или же наоборот, что отец убьет их. Он докладывает о них стражу, после чего команду запирают в подземелье для их же безопасности, так как это намного лучше, чем смерть. Внешность. Лансер носит капюшон и имеет прикрытые глаза, иногда видимые, из-за чего его лицо по форме похоже на пику. Он носит тунику с синей эмблемой пики. Его большой синий язык часто свисает изо рта. Характер. Лансер ведет себя как ребенок, легко теряется в лабиринтах и становится невероятно привязанным к Сьюзи. Он делает вид, что не любит команду героев, но после ряда событий считает их своими друзьями. Также он переживает за своего отца, короля, в результате чего он и приказал страже схватить Криса и его товарища. Ребята, а у вас есть свои поделки? Попробуйте слепить какую-нибудь фигурку из пластилина. Это будет интересно и даже полезно. Если не знаете, что можно слепить, поищите в интернете, там много интересных тем. Или посмотрите, у меня на канале есть много классных роликов. Обязательно найдете что-нибудь интересненькое. Потом вы сможете сфотографировать свою фигурку и опубликовать у меня в группе ВКонтакте. Ссылочка есть внизу в описании. После чего я вашу фотографию выложу в следующем ролике. Так что не откладывайте и начинайте лепить уже сейчас. Я думаю, у вас получится. Буду ждать с нетерпением ваших публикаций. Итак, продолжим. Теперь я расскажу вам интересные факты. Лансер. Единственный персонаж, который находится в группе игрока, не участвует в битве. Многие могли его спутать с Сансом из-за внешней схожести, но таковым он не является. Если вы во время битвы с Лансером проверите его, то окажется, что он недостаточно взрослый, чтобы водить мотоцикл, и поэтому он поджег свой велосипед. Итак, ребята, вот такой Лансер получился у меня. По-моему, он получился даже реалистичный. Если тебе тоже понравилось, жми палец вверх, подписывайся на канал, оставляй новые комментарии. Увидимся в новых видео. Всем пока!